Это настоящее звездное путешествие. Яркая звезда, которая проходит мимо нас, это Сириус. Это одна из ближайших к Земле звезд, всего в 50 триллионов миль от нас. Сейчас мы направляемся к трем маленьким звездам, которые выстроены в ряд с небольшим уклоном. Это пояс Ориона. Расстояния здесь настолько огромны, что они измеряются в световых годах. Один световой год равен почти 6 триллионам миль. Орион находится в 150 световых лет от Земли. Это значит, что мы путешествуем со скоростью 150 триллионов миль в секунду. А сейчас мы исследуем вон то розовое облако, сразу за поясом Ориона. Оно называется «Туманность Ориона». Удивительные вещи происходят внутри этих облаков. Если мы посмотрим через глаз Хаббла, мы увидим их такими, какими никогда не видели. Мы спускаемся в гигантский каньон облаков. Его ширина составляет 90 триллионов миль. Это ясли для звезд. Самая большая из молодых звезд находится прямо в центре ясель. Их энергия создает невероятно сильные ветра, которые с воем проносятся по каньону со скоростью 5 миллионов миль в час. Ветры дуют из огромной чашеобразной впадины в сторону облаков, обращенных к Земле, позволяя Хабблу и нам увидеть таинственную жизнь звезд изнутри. Самая большая звезда здесь окружена группой маленьких звездочек, каждая из которых помещена в свой собственный кокон. Ветер от этой гигантской звезды дует с такой силой на эти маленькие звездочки, что они создают около них ударные волны и образуют длинные хвосты. Поэтому астрономы назвали эти странные объекты головастиками. Внутри каждого кокона находится зарождающаяся Солнечная система. И в один прекрасный день эти головастики могут превратиться во взрослую Солнечную систему, но непрекращающийся поток ветра может остановить их рост. В спрятанной спокойной части ясель Ориона Хаббл нашел подтверждение тому, что планеты формируются вокруг других звезд. Наша собственная Солнечная система, должно быть, выглядела точно так же, когда Солнце уже сформировалось, но Земли тогда еще не существовало. Возможно, вот так появились мы и наш собственный мир —